Главное предложение только сегодняшнего дня. Это целый комплект. Сразу можно разделить стоимость пополам. Сразу же можно узнать бренд Freya Collection по визитной карточке. Ну и, конечно же, в этом году бархат и велюр, кажется, свели с ума всех дизайнеров и модельеров. Так много было его, вот этого бархата, на подиумах и в магазинах. И вот для тех, кто не готов расстаться с бархатом, представляем новый зимний тренд – костюм. Целый комплект – прекрасная альтернатива платью для праздников, дома или эффектного выхода на прогулку. Может стать костюм из велюра и стильно, и удобно, согласитесь. Ведь вы будете выглядеть в костюме самой яркой женщиной. Представит нам костюм Рейла, главное предложение дня – Елена Цветкова. Я сегодня этот комплект выбираю для себя, потому что я люблю быть в тренде, а здесь мы видим самые ключевые тенденции. Во-первых, актуальный благодаря прошлому году стиль спортшик. Мы с вами перешли, наконец-то, на сторону комфортной моды, когда ничего нигде не сковывает наших движений, при этом мы выглядим максимально эффектно. И здесь за это отвечает роскошный, мягкий бархат. Бархат изначально, когда только появился, был привилегией королевских особ. Вы как королева в этом комплекте. Как стилист хочу сделать особый акцент на то, что этот комплект можно носить все 4 сезона подряд. Как дома, так и в городе. Миксуйте с вашими любимыми, например, стеганными пальто, дутиками. Будете максимально долго проводить время на свежем воздухе, гуляя с родными и близкими. Это не только единый total look, но и возможность и худи, и брюки носить по отдельности. Ну и, конечно, сам бархат, он просто завораживает. Во-первых, насколько гипнотичный визуальный эффект. Посмотрите, как он переливается и играет как при электрическом, так и при дневном свете. Это именно бархатная фактура с лицевой стороны и гладкая изнанка. То, что будет прилегать к телу. Комфорт, удобство, а самое главное – стиль. Стильный модный комплект – это главное предложение только сегодняшнего дня. Цена только сегодня – 1999 рублей за две вещи. То есть менее 1000 рублей за толстовку, менее 1000 рублей за бархатные брюки. Более 500 000 наших телезрителей выбрали для себя вот такие комплекты, похожие комплекты. Вы очень любите бархат, вы очень любите велюр. И вот сегодня действует самая выгодная цена за актуальный и очень нужный нам сейчас зимнее время комплект. Теплый, яркий, стильный и модный. Так, давайте цвет выберем ваш. Смотрите, вот этот цвет называется голубой. Сияние невероятное, завораживающее. Бархат, конечно, он особенный. Он чувствует каждую, да, вот в каждое наше движение. Есть изумрудный оттенок, его выбрала для себя наша Оленька. Черный цвет, Ань, ну совершенно не мрачно, смотришься очень ярко, стильно, еще контрастная золотая молния. Красный цвет выбрала для себя Ника. Ника, ну ты прям идеально смотришься рядом с елкой, поэтому на новогодних праздниках будешь самой-самой красивой конфеткой. Ну и, конечно же, Леночка Цветкова выбрала для себя синий цвет. Лен, покружись, покажись, ну-ка. Ай, красавица. На моем импровизированном подиуме я сегодня супермодель. Синий цвет стал моим фаворитом, потому что я его обожаю и всегда стараюсь именно синему отдавать свое предпочтение. Как выбрала размер для себя, расскажи. Здесь мы будем с вами забирать четко размер в размер. Причем, смотрите, хочу сделать замер. У меня здесь в зеленом цвете в 50-м представлен наш костюм Рейла. Норма по груди для 50-го размера составляет 100 сантиметров. А здесь, внимание, только полуобхват 59. То есть мы с вами забираем размер в размер и получаем ту самую свободную посадку, как у худи, так и у брюк. Единственное, если у вас есть перепад между плечом и бедром, можете делать выбор в сторону вашего большего размера. Ника, кстати, выбрала для себя четко свой 50-й. Слушайте, надо брать два костюма обязательно. Я сейчас смотрю на девчонок, да, и я думаю, я бы себе один взяла, маме один взяла, и вот уже бесплатная доставка. Кстати, мы с мамой часто делаем коллективный заказ, девчонки, вам советую, так выгодно. Две вещи сразу за 1999 рублей. Бархатный, стильный, яркий. Друзья, я вспоминаю, как на Новый год в прошлом году я ездила к мамочке с папой. Я надела просто платье, думаю, да ладно, ну как бы не буду костюм, буду красивой, как вот мама с папой, когда я приезжаю, любят смотреть на меня красивую. А потом пришли подружки, там они постоянно живут, тоже за городом, к нам гости Валечка с Несо зашли, и я обратила внимание, какие стильные у них были костюмы. Думаю, ладно, платье, вот костюм. Все-таки костюмы иногда выглядят гораздо круче, гораздо ярче даже вечерних платьев. Поэтому задумайтесь, скоро будут новогодние праздники, и вы будете вот такая фея, волшебная, красивая, яркая, не такая, как все. Все будут смотреть только на вас.
1999 рублей. Отличный выбор. Слушай, Леночка, как ты считаешь, уместно ли будет надеть такой костюм на праздник, а? Ты знаешь, я думаю, на празднике вы будете как полноценная голливудская дива. Просто замените обувь на, например, лодочки на каблуки и добавьте ювелирные украшения. Бренд Frey Collection не случайно именно костюм нам сегодня предлагает, потому что, во-первых, это удобно с точки зрения повседневной жизни. И бархат здесь именно служит олицетворением текущей тенденции осенне-зимнего сезона. Все, что актуально, сразу же перенимают знаменитости. Я сделала для вас подборку. Посмотрите, кстати, Пэрис Хилтон в эпоху нулевых была первой голливудской модницей, которая прям популяризировала бархатные комплекты. И это до сих пор уже 21 год не сходит с модных мировых подиумов. При этом вы получаете Total Look и возможность и худи, и брюки носить по отдельности. Можно пойти в таком комплекте, например, на встречу с подругами, просто вооружившись, к примеру, своим любимым стеганым пальто, кроссовками, кедами, дутиками, грубыми ботинками. Можно добавить сюда нотку перчинки в виде, например, элементов из эко-кожи. Это может быть косуха, либо, например, опять же, плащ или пальто. То есть здесь вариации абсолютно безграничны. При этом вы понимаете, что вы максимально в себе уверены, потому что фигура, что ни на есть, в выгодном свете здесь преподнесена. Вы расслаблены, можете позволить себе, знаете, просто вот так удобно устроиться в любимом кресле, да, дома. Да, это точно. Это на вас будут смотреть. У вас самый актуальный костюм, да, в стиле спорт-шик от спорта, динамиков кроя, а шик здесь олицетворяет именно мягкий бархат. Слушай, Лен, давай проверим этот мягкий бархат в быту. Девочки, все сюда, быстрее на диван, посмотрим, насколько вам будет комфортно присаживаться. Оленька, а тебе гантели в руки, занимайся спортом. Знаешь, я когда вот с подругой бегала, и она мне говорит, я не могу, это спорт, это не для меня. Она говорит, Оль, тебе нужно красивый, дорогой комплект купить, ты сразу захочешь спортом заниматься. И действительно, тогда, и после рождения Максима, я хорошо похудела благодаря тому, что на мне был хороший костюм, и я постоянно бегала, и мне нравилось, что на меня смотришь, что я красивая. Вам тоже понравится и спортом заниматься, и сидеть просто вот так, да, на диване у вас дома. Посмотрите, какой классный комплект вы сегодня можете заказать за 1999 рублей. Это самая выгодная покупка.